Вот новый диагностический центр в Ставрополе. Первый раз здесь. Поразился. В общем, все быстро, шустро. Хотя людей много. За 5 минут я сдал анализ крови. Вот видите, тут можете по лестнице подниматься, по эскалатору. Там на входе гардеробная, раздеваетесь, проходите секьюрити, охрану. Вот, и здесь вот на втором этаже. Вот видите, сколько людей много. А тут никакой не толчей нету. Спокойно, все свободно. Берете вот здесь вот электронную очередь, квиточек, куда вы кому идете, электронная очередь. Вот. Табло. И вас буквально через 5 минут приглашают к окошку. Видите, как великолепно все сделано. Красиво, чисто. Никаких очередей нету. Все спокойно, красиво. Молодцы. Вызывают быстренько. Вот такая тут красота. Вот тут и кафе есть, аптеки. А потом вас направляют в кабинет. Вот такая электронная очередь. Спокойно сидите, никаких очередей, волнений. Так что лучше не болеть. Добро пожаловать в новый диагностический центр.